Мама его вот в гости приехала. И брат он, Генка, вырос уже он. Какой. Все растет. Еле тягает, видно. Ну что, выходим. Или мешки с деньгами. Идем сейчас самого сына. На улицу. Ну я куда, Руслан, нормально. Угу. Теплая. Ну, а ты? Что она? Сколько если куда-то далеко ехать бывает? Бывает. Ее надо, видите, как шаманить державчину, позачищать, подмазать. Да я все сделал, мне сейчас главное успеть, ну, деньги хапнуть. Ты? А где Вероника? Вероника! Сейчас, подожди. С той стороны тогда залезь. Ну все, ну, прощайтесь. Сколько, ну, потом ты меня снимешь. С бабой прощайтесь. Ну, нормально, сынок. Внук, а не сынок, это я сынок. О, ну. О, это внуки. Скоро гости, ну, давай, приедем. Ну давай, Руслан. Ну давай, Вероника. Шесть вам. Ну как у вас, ну вот, Генка, вот все хорошо дома, да? Нормально так. Ну. Тоже другой раз тут покричим. Привет жене своей. Передай. Ну так и так же, ну вот, вот здесь устроено. Что и поругаться надо. Мама не выживает еще. Смотри. Машину быстро. Загорела такая. На пляж не доходит. Да ты туда ж подъезжай, гляди, как они делают, это закину, они там халдуров изродят. Не знаю. Спасибо, что он заехал. Да, никто. Покатал меня. Это Генка. Ты там погляду, чтоб заржавый. Давай еще раз обнимемся. Поглядывай это самое. Не раздави, конь. Здорово. Маманя, привет. Спасибо, что приехала. В общем, в сентябре. Маманя моя, давайте сюда. В сентябре будешь. Подожди, Генка, отойди. О, Генка, сам. Ну все, спасибо еще раз, что заехали. Буду. Ну все, теперь будет где-то около 20-х самое новое число. В общем, у меня на 20-го буду на усадьбе снимать. Все ж покрасить надо. А красят за один день? Ну, красить я знаю, что. $70. Главное, ты сразу гляди, что. Ну все, счастливо вам. Ну, счастливо, да. Почему сельца взять? Группа. Милиция пришла. Чего? Грабит квартиру. А где Вероника? Ку-ку. Где, ну, главный грабитель? Ку-ку. Я закопалась. Как меня не видели. Ну, грустный такой. О, ну, улыбался страшно.
снимайте, берем сюда. И все, больше не будете сниматься. В каком скиде? Это он. Мама, я же тебе говорила, что это он. Не знаю, как? Уже поздно. А как ты живешь? Как у тебя настроение? Нормально. Я смотрю в эту сторону. А что там тебе пропало вчера на пляже? Майку потеряли. А кто потерял? Я. Что, боишься говорить, как было на самом деле? Нет. Боишься? Не, мама. Вот Алёшка потерял. Что тебе еще в школу надо покупать? Есть на тетрадок или тряпок? Ну, из тетрадок надо тетрадки там записывать, и дневника два. А какие тетрадки? Клеточку и линейку. Да, сколько таких на вас двоих? Веронике 20 линейку, мне 20 линейку, Веронике 20 клеточку, мне 20. А если сразу по 10 купить, а потом еще? Давай по 10, если можно. Да, и два дневника, да? Да, потому что эти что-то записывают. Завтра куплю в Минске. Ты в Минске едешь? Ага. А еще что? Ну, да, штаны мне спортивные, кеды и свитер. Но свитер мы сейчас не хотим куплять. Потом, когда похолодать уже. Спортивные штаны сходим в пятницу на рынок. Хорошо, папа. И кеды надо все. Машина уже, наверное, будет завтра краску привезу, уже за один день покрасить уже все. Будет целая? Будет лучше новая была. Папа, а потом, когда ты еще раз поедешь в Минск, да? Ты будешь поедешь фотографии там делать, да? Угу. Когда будешь машину, ты на своей машине? Угу. Можно мне с тобой один раз ездить? Конечно, я же буду. Аккуратно буду ездить. Быстро гонять не буду, буду аккуратно. Я с тобой один раз езжу. Люблю по Минску, тебе не нравится Минск. Все будет добро, смотри. Скажите, а как насчет коктейля? Главное не расстраиваться, как мама. Психуя, ходим, что-то. Ну, подбили машину, ну что сделаешь? Ну нет пока денег, ну а что сделаешь? Завтра в Минск мне надо ехать, растрачивать, ну, $200. Представь, 6 миллионов с половиной надо на всякую, ну, ерунду для машины. В машине будешь куплять что? Сюда 2 миллиона отдавать. Не всего там кое-что надо. Трос купить надо, огнетушитель, аптечку. Папа, у дяди Саши Цукуна есть, ну, аптечек, Леша говорил, что их много с машин. С Германии. Краска $120 стоит. Одна краска осталась. У дяди Колеш есть краска. Какой нет у меня такой? Спрашивал? А, да, нет, такой нет, купить не может. Это на компьютере такая подбирается краска специально. А, ты Минске подбираешь? Да, на компьютере там. Знаешь, какой у меня мелочи, папа? Да. О. Если не, ну, баба не надала денег? Да, 20 тысяч Веронике. Я ей дал хорошие трохи. Девушка, машина была летом целая, ездили в гости все время. Ага. Ну, что-то будет целое, там, что сделать. Красиво будет, аккуратненько, лучше, чем была. Она будет тоже хорошо ездить? Все лучше будет. Чего? Потому что она была гнилой, где-то кое-что. Сейчас заменили, лучше стоит. Бампер будет лучше, фары будут другие. Круглые? А, другие не круглые, а такие длинные. Длинные, да. Да. Там уже будут. И внизу будет один желтый, и сейчас я тебя нарисую на бумажке. Все будут. Но будет лучше, чем было. Хорошо. Как? Ну, можно ничего спросить. А тебе хочется в школу идти? Не очень. Хочется, да? Так что хочется, что, ну, что кроссовки, джинсы, быстрее походить. Ну, она по барахлу этому особо не расстраивается. Потерялась. Не купилась. Главное здоровье, чтобы было. Ты же видишь, пока у нас временно тяжело. Я же не пропиваю день. Ты понимаю, на кассеты давал. На машину отдаешь? На машину пока тоже не особо отдаю. По мелочам в основном я беру и собираю деньги. Сейчас, ну, в рестации Ваньки. Пленки надо сейчас буду начинать работать в школах, снимать про ее. Надо пленки. На $100 только надо купить фотопленку. Представь себе, чтобы снимать. А потом заработать $1000 за эти 100 пленок. Если же, ну, тогда работа. А начало года будет всегда самое тяжелое. Ну, вот, ну, вот большие расходы. Понимаете, мы, ну, ты же видишь, что я не пью вообще, я же не отдаю никому людей. Никуда не идут. Значит, они на пользу идут. И у чулки они меня, но у них гниют. И не надо, ну, расстраиваться. Я же немножко лучше вижу. С голода не умираем, но, ну, не хватает там чего-то мяса. Ну и бог с ним, с мясом. Мясо не самая здоровая пища, сынок. Вот если бы яблоки ел, я бы за яблоки, ну, под любые деньги платил. А мясо мне мало что, оно вредно, и подстихочется.